Я радий вітати нашого гостя. Він вважає, що закон один для всіх. Віце-прем'єр-міністр України, колишній губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул сплатив штраф за їзду на байку без шолома. Людина, яка підмітила порушення правил дорожнього руху, відомою персоною і, більше того, домоглася законного висновку ДАІ, сьогодні у нас в студії. В'ячеслав Поїзник. Вітайте. Вячеслав, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, первый вопрос риторический. Вы действительно считаете, что в Украине закон один для всех? Да, я так считаю, и, собственно, только поэтому было и написано это заявление в ГАИ с просьбой привлечь к ответственности пана Вилкула, да, за то, что он своим примером, скажем так, подавал плохой пример для других участников дорожного движения, потому что все-таки он как-никак одно из первых лиц государства, да, и на него многие равняются, и видя то, что он позволяет ездить без мотошлема, собственно, могли принять это как задолженное и также нарушать. Собственно, это плохо с той стороны, что это нарушение правил дорожного движения, и с другой стороны, все-таки это личная безопасность, и поэтому шлем этот надо надевать и в нем ездить. Ну вот мы сейчас видим кадры с прошлого года, наши телезрители, то есть там тоже движение на байке без шлемов, то есть, может быть, надо было и тот год как-то так, ну, зацепить? В том году эта новость прошла мимо меня, да, и мимо наших активистов, скажем так, мы не видели этого и не придали этому значения. Но когда я увидел фотографии, недавно выложенные самим паном Вилкулом с прошлого года, где он ездил без шлема, ну, собственно, я дал обещание друзьям, знакомым журналистам, что я в этом году, если пан Вилкул позволит себе опять поехать без шлема, я на него напишу заявление. Собственно, он поехал, ну, и я сдержал свое слово и попросил ГАИ его наказать. Ну, собственно говоря, у нас есть видеоинформация с вашего сайта. Давайте покажем нашим телезрителям, с чего все начиналось, собственно говоря. А где же свидетели найдены? Пока вы там стояли, надо было смотреть, я опрашивал людей. А у вас есть категория А1 в водительском удостоверении? Есть. Согласите. Угнали мопед! Куда они поехали за ними? А куда они поехали? Не знаю, куда просто поехали. По телефону звонит! Куда нам теперь уехать? Итак, давайте комментировать это видео. Ну, собственно, вот это видео мы когда сняли, на следующий день мы написали на вот этого инспектора заявление в ГАИ, да, чтобы ГАИ его привлекло к ответственности за езду без мотошлема. Потому что мы понимаем, да, что тот, кто должен защищать, да, и, ну, сам нарушает. И быть примером, опять-таки, для всех, он сам ехал без мотошлема. В ГАИ на рассмотрении моего заявления заявили, что инспектор здесь как бы не нарушает ничего, потому что он действовал вынужденно, потому что якобы этот мопед забрали у правонарушителя. Да, у правонарушителя, который был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому ему нельзя было ехать дальше, и поэтому сел сотрудник. Да, инспектор. Но на самом деле, собственно, законом это установлено, как должны доставляться транспортные средства на штрафплощадку. Здесь явное нарушение. Да, то есть они должны были вызвать эвакуатор, погрузить мопед и поехать. Но Это было толчком, предысторией, и после этого вы видите, как вице-премьер. Через буквально 2-3 дня на одном из сайтов появляются фотографии с прошлого года, которые я потом увидел, где пан Вилкул, собственно, без мотошлема ездил. И, собственно, это придало еще больше, да, собственно,
как бы так, разочарование, да, во всей этой ситуации. Ну и тогда я, собственно, и дал обещание, да, что если поедет и в этом году, я напишу заявление. Итак, вот. Смотрите, вице-премьер достаточно быстро отреагировал на ту информацию, которая появилась в СМИ о том, что вот он нарушил и, собственно говоря, отрапортовал, что штраф оплачен. Так ли это на самом деле? Ну, на самом деле так, но не совсем. Потому что он оплатил, ну, если честно, так говорить непонятно что. Потому что мне сегодня, только сегодня, позвонили с ГАИ и спрашивали, как поступать мне с моим заявлением. То есть, видел ли я этот чек, который на всех сайтах уже или нет. И, насколько я понял, ГАИ только сегодня взяло мое заявление к рассмотрению. То есть по факту самого протокола и постановления о штрафе еще не было. Что оплатил пан Вилкул, увы, ну, я считаю, что с его стороны это было как пожертвование в бюджет. Но, то есть, оплатой штрафа это назвать, увы, нельзя. Не было еще постановления. То есть протокол как таковой не был составлен? Не был составлен, да. И сейчас, получается, если ГАИ составят протокол, то пан Вилкул должен будет все-таки оплатить этот штраф и заплатить еще раз 85 гривен. Но здесь не столько вопрос денег, сколько все-таки принцип здесь прохождения принцип всех юридических моментов. Вы будете настаивать на том, чтобы протокол был составлен? Ну, настаивать мы, увы, не можем. Мы можем только подать заявление в ГАИ, да, и они должны его рассмотреть и принять нужное решение. Какое примет решение ГАИ, мы узнаем в том ответе, которые они мне пишут официально. Естественно, он будет опубликован на нашем сайте, я думаю, его заберут и другие сайты. То есть его видит много людей. Что они там напишут... Какой будет ответ? Ну, будем ждать. Увы, нам, да, это будем пока ждать, неизвестно. И наверняка я надеюсь, что вы это придете и прокомментируете у нас в студии. Хорошо. Давайте поговорим не о более каких-то таких проблемных моментах. Ну, то есть с бывшим губернатором, вице-премьером мы разобрались с этой ситуацией. Давайте поговорим в целом о Днепропетровске. Проблем очень много. Я знаю, что вы и ваши активисты занимаются так называемым созданием проблемной карты города. Что это такое? Расскажите. Ну, мы уже очень давно занимаемся проблемами, но они касаются в основном дорожного движения. То есть там отсутствующие знаки, поломанные светофоры, ямы на дорогах. Мы ввели список, мы его и ведем. У нас на отдельной странице есть список, где перечислены все проблемы, чтобы те же инспектора ГАИ, там, кто за этим должен следить, заходили, смотрели, где какие недостатки в организации дорожного движения и устраняли их как можно быстрее. Потом донецкие активисты, они занимаются тем же, что и мы, да, они создали эту карту. Мы лишь присоединились к проекту в нашем регионе. На данный момент сейчас входит туда 4 города. Это наш Днепропетровск через наш сайт. Это Донецк, Макеевка и Горловка. И любой человек, который хочет рассказать о какой-то проблеме, может поставить на этой карте определенную точку с описанием тех проблем, которые, да, существуют, что его беспокоит. Есть всего 3 подпункта. Это дорожное движение, все, что касается дорог, да, это ЖКХ, то есть если где-то там крыша течет или еще где-то что-то, да, то есть тоже можно. И благоустройство города, то есть там тротуарная плитка, где-то там фонарь поломанный в парке, то есть любая проблема. На данный момент сейчас по Днепропетровску стоит 74 отметки, ну, практически 90% из них это все-таки ямы на дорогах, люки, потому что люди все-таки через наш сайт заходят, а у нас в основном информация для водителей, поэтому, собственно, что водителей беспокоит, то они там пишут. И пишут. Да, есть несколько, конечно, там написано, что дырка над лифтовой, то есть течет вода в лифт прямо с крыши, что-то еще было. Ну, то есть коммунальные вопросы тоже проставляются. Их пока очень мало, да. Итак, времени не так много. Скажите название своего сайта для того, чтобы пользователю было проще зайти, ознакомиться и, может быть, оставить какую-то информацию. Аббревиатура – это ЗОВ. Она состоит из, собственно, это коротко, это закон один для всех. Мы, собственно, взяли себе аббревиатуру ЗОВ, и поэтому найти ее сайт очень просто, в поисковике написать ЗОВ или ЗОВ закона, и вы попадете на наш сайт. Короткий блиц-вопрос. Милиция, госавтоинспекция и ЗОВ – это партнеры или все-таки враги? Вот скажите мне.
Мы врагами... Ну, грязи, хоть с одной стороны, хоть с другой стороны, на сайтах, мама, не горюй. Ну, я не могу себя назвать врагом в ГАИ. Не, ну, то есть, да, не конкретно, а нерадивого ГАИ, вы считаете, что вы противники и борцы нерадивого ГАИ? Мы, скажем так, показываем их недостатки. То есть, о хорошем с их стороны мы не пишем только потому, что если они делают все хорошо, это их обязанность. Собственно, об этом и писать не надо. А вот то, что где они допускают некие ошибки, ну, мы об этом людям рассказываем. Я благодарю, что вы оказались у нас в студии. Ну и давайте ждать результатов по поводу протокола, будет он или не будет, по Александру Юрьевичу. Дякую. Хорошо. В'ячеслав Поїзник, активіст громадського руху ЗОВ, був нашим гостем сьогодні. Дякую йому за участь в ефірі і продовжуємо.